Всем большой привет, меня зовут Юля, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин низких цен, в магазин Светофор. Будем смотреть только новинки. Посмотрю сегодня, что нового привезли. Это город Курск, улица Литовская. Кто еще не видел прошлые обзоры из этого магазина, их уже было 4. Обязательно посмотрите, было много всего интересного и нового. Как в бытовой химии, также разные были у нас средства для дома, и много было посуды классной и бюджетной. Обязательно посмотрите, ссылки будут под этим видео, или просто найдете эти видео под этим. В общем, как-то так. Желаю на сегодня вам приятного просмотра, идем искать новинки. Вижу, что появилась новая овсяная каша с отрубями, овсяными написано. Смотрите, она мелкая, и в составе хлопья овсяные и отруби, как и написано. Минутка она называется. Думаю, что будет неплохой. Такая мягенькая вся. 36 рублей стоит за 400 грамм. Вообще круп здесь очень много. Каша «Дружба» по 35 рублей, пакетированная. Очень много всего здесь именно в пакетиках. Сюда тоже к нам привезли ассорти «Зефир с начинкой» за 217 рублей. Конечно, большая упаковка, целый килограмм. Но все это свеженькое, мягенькое, потому что только-только поступило. Может быть, кто-то из вас уже пробовал, напишите, пожалуйста. Очень удобно, конечно, здесь закупаться большим семьям, потому что упаковки действительно большие и цены бюджетные. Так, а я пока иду по сладостям. Хочется найти именно новенькое и показать, конечно, вам. Зайду сегодня в холодильник. Там тоже, надеюсь, что-нибудь привезли. Посмотрим по ассортименту. И, конечно, я помню про ваши пожелания, про вашу просьбу, чтобы я показала холодильник, колбасы, сыры. Перед Новым годом все очень актуально. В общем, я все это сделаю, все помню. Хотела сказать, что здесь есть пирожное бисквитное с шоколадной начинкой и медвежонок Барни. Здесь 172 рубля стоит. Мы как-то покупали такое обычное, вкусное, со вкусом шоколада. Оно здесь бывает, по-моему, еще другие. Хотела сказать, что выгодно здесь его приобретать. Получается 18 брикетов по 30 грамм. Каждый бисквит в индивидуальной упаковке. Первый раз вижу в магазине Светофор в продаже хурму свежую за килограмм 72 рубля. Вот она. В принципе, выглядит неплохо. Никакой плесени, ничего подобного нет. Просто есть более мягкая, вижу по виду, и более твердая. Далее апельсинчики. По 79 рублей за 1 килограмм. Они, конечно, не крупные, больше даже похожи на мандарины, но все равно все достаточно плотные, такие твердые. Далее лук репчатый по 19 рублей. Я бы сказала, что он средний, не мелкий. Попадается как мелкий, так и сильно крупный, поэтому сделаем вывод, что он средний. Яблочки сезонные, конечно, Россия. И 45 рублей за килограмм. Тоже они небольшие, но в принципе такие нормальные. А здесь у нас что? Грейпфрут. Первый раз тоже вижу. Турция за килограмм 85 рублей. Пакетики есть, все как положено. И я могу сказать, что не очень крупный, но зато весь видно, что хороший, не гнилой. Ничего подобного нету. Далее, тоже с недавнего времени начали продавать салат листовой в горшочке. 26 рублей. Конечно, салатик разный есть. Где-то посвежее, где-то немножечко уже он подзавял. Но в целом нужно смотреть всегда, в любом магазине. Это помидорчики по 72 рубля. Такие маленькие. Так, и огурцы. Тоже есть в продаже сейчас. По какой цене? По 80 рублей за килограмм. Огурец гладкий, весь прям крупный. Пельмени. Есть столичные по 1000 грамм. Так, сколько они стоят? Интересно, вот они. Замороженные по 90 рублей. Давайте посмотрим, что у нас тут по составу. Так, выглядят они неплохо. Что у нас в составе? Фарш. Говядина, шпик, лук, соль, перец черный, вода. Тесто, мука пшеничная, вода, яичный меланж, соль, масло подсолнечное. Больше ничего не вижу. Производитель город Липецк. В принципе, неплохой состав, но нужно пробовать. И еще вижу пельмешки. Их тоже хочу вам показать и зачитать состав.
Так, эти почему-то без наклейки. Эти тоже. Вот эти с наклейкой. Если посмотрим с вами. И по цене тоже сейчас вас сориентирую. Пельмени столичные. Так, так. Пельмени Лошкарев. Столичные не вижу, сколько стоят. Ну ладно. Состав. Так это получается что? То же самое, просто разные упаковки. Посмотрите, они одинаковые по форме пельмешки, одинаковые у них наклейки, просто разные пакеты. Здесь прозрачные, а здесь и производитель тоже Липецк. А, вот почему и ценника я не увидела, потому что это одни и те же пельмени. Так, ладно. Лошкарев мы с вами уже видели, что они есть в продаже. Посмотрим дальше. Котлеты любительские. Котлеты, помню, что я вам показывала, но и по цене они совсем 70 рублей за килограмм. Понятно, как что на любителя, скажем так. Так, зашли с вами в холодильник. Давайте смотреть, что здесь у нас есть в продаже. В большом количестве у нас коктейли молочно-соковые по 35 рублей. Без заменителя молочного жира, и это радует, с разными вкусами. Я вижу, что на кассе их всегда пробивают, хорошо берут. Смотрите, киви, ананас, мультифрукт и клубника, малина. Далее производитель Белый город. Вот этот напиток точно вкусный. Шоколад. 67 рублей за 1 литр. Без заменителя молочного жира. Вот этот, кто не пробовал, точно стоит попробовать. Далее, что у нас здесь по колбасам. Шпик с чесночком, категория D, 223 рубля. Все есть в разрезе. Вот можно увидеть, как это все будет выглядеть. Но этот шпик у нас был. Он. Посмотрим, что новенькое завезли. Йогурт фруктовый, альпийские традиции, со вкусом клубники. 3% жирности, по цене 31 рубль. Кто пробовал уже, напишите, пожалуйста. И от этого же производителя есть вот такие вот. Ну, получается, сразу 4 они продаются с разными вкусами. Малина, яблоко и груша, 40 рублей. И без заменителя молочного жира указано. Так, идем с вами дальше. Сливки. Давно не видели мы с вами в продаже колбаску сырокопченую от Черкизова. 435 рублей получается за килограмм цена. И расфасовка по 500 грамм, в среднем так. Так, я так понимаю, что это ценник за килограмм или как? Или стоит эта палочка вся, точнее батон колбасы? Так, ладно. Хотя бы мы с вами посмотрели. Кстати, колбаса, знаете, достаточно твердая. Отборное мясо собственных фирм. Давайте посмотрим лучше состав. Свинина, шпик, вода, соевый белок, соль. В общем, вот так поближе вам. Кому интересно, можете почитать. Яйцо куриное. 190. Получается сорт второй. 30 штук в лоточке. Беленькие. Не сильно мелкие, я бы сказала. И здесь у нас тамбовские деликатесы. Скумбрия. Пластомана. Холодного копчения с паприкой. 180 грамм. Так, здесь указано 270 рублей, но не указано почему-то, что за сколько грамм. Это упаковка, что ли, стоит 270? Не очень мне понятно, что у нас еще по рыбке здесь есть. Это у нас сельдь холодного копчения, скумбрия, салака. В общем, выбор по рыбке есть. Окорочок цыпленка бройлера охлажденный, 171 за килограмм. Только завезли, еще не замерзло ничего. Все расфасовано, сразу с ценами очень удобно. Буженина традиционная, копчено-запеченная, категория Б, 414. Также видна она в разрезе, смотрится, кстати, очень хорошо. Что у нас в составе на первых строчках? Это свинина, вода, соль, регулятор кислотности. Ешек много, смотрите как. Кусочки разные, побольше, поменьше. Колбаса сыровяленая, полусухая, 200 рублей, категория А.
дубки производитель у нас. Смотрите, какая она. Если кто-то пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях. А в составе у нас свинина, шпик, говядина, молоко сухое обезжиренное, посолочная смесь. Колбаса очень такая жесткая. В холодильнике больше ничего нового не заметила, поэтому пройдемся с вами. Здесь у нас консервы, чай, и покажу, какая мебель в собранном виде здесь есть. Вы писали, просили, поэтому покажу. Хотела у вас уточнить, может быть, кто-то уже пробовал. Вот такой вот чай черный, турецкий написано. Чай кур, 100 грамм, 91 рубль. Баночка жестяная, симпатичная. Может быть, уже пробовали, просто к нам привезли его совсем только-только. И расскажите, пожалуйста, пробовали вы уже азерчай или нет. Вообще, это отличный чай. Экстра букет, черный, пакетированный. Здесь 100 пакетиков. По цене очень бюджетно, он стоит намного дороже. 100 рублей, 100 пакетиков. В консервах овощных нашла новинку. Смесь овощная в томатном соусе. 310 грамм в упаковке. 43 рубля стоит эта смесь. Посмотрим, что в нее входит. Это готовый гарнир указано. В составе фасоль продовольственная, кукуруза сахарная, перец сладкий, томатная паста, вода питьевая, сахар, соль, перец красный молотый. В общем, как-то так, интересный очень продукт. Что здесь есть по обуви? Смотрите, это полусапожки войлочные с мехом, 540 рублей. Вот они здесь. Вы у меня спрашивали за подошву. В принципе, чувствуется, что это резина. Ну вот, видите, я ее даже вот сгибаю. Я не знаю, как она поведет себя на морозе, конечно, и по скользоте как быть. Но вообще, это резиновая подошва. Есть и очень удобно, конечно, наверное, что молния вот здесь вот впереди. Мех теплый. Размерный ряд указан с 37 по 45. Новогодний подарок 199 рублей стоит за 1 килограмм. Я такой покупала, и вместе с вами мы открывали, смотрели все конфетки. Кто не видел ролик, обязательно посмотрите, он уже на канале. И я хотела вам показать по мебели. Смотрите, здесь в собранном виде комод интерьерный на 4 ящика, 2112 рублей. Вот он стоит беленький, ящики без ручек. Я думаю, что не проблема, если что, их сделать самим. И еще у нас здесь полка, стеллаж, точнее, интерьерный, 580. А сначала вам покажу интерьерный комод. Вот, смотрите, какой размер. И теперь стеллаж интерьерный, 580 на 250 на 1180. Это размер по цене 1524 рубля. Он тоже здесь в белом цвете. Кстати, сейчас почему-то не везде есть в светофоре, даже нашего города, белая мебель. Везде обычно коричневая. Стеллаж сам по себе очень вместимый, судя по тому, что здесь вот вместили сколько всего. Также здесь у нас стол с выдвижным ящиком. У меня точно такой стол дома покупала здесь в светофоре. Даже снимала ролик вам об этом. Очень удобный, стоит дома на нем ноутбук. Ящик открывается, закрывается отлично, много всего выдерживает, много всего уже там. И здесь еще из мебели, это тоже столик, но он здесь как полочка, в принципе, можно и так использовать. 713, по-моему, он рублей стоит. В продаже батарейки по 96 рублей. Батарейки вот в светофоре именно не брала как-то ни разу. 12 штук в упаковке. Здесь тоже у нас в собранном виде есть сушилка для белья. Давайте ее посмотрим. Смотрите, как она раскладывается. Если ее разложить, то будет вроде 18 метров. Здесь указано 582 рубля всего лишь она стоит. Я считаю, что ценник вообще вполне приличный, вполне нормальный. Напомню вам, что именно компактная, устойчивая, с облегченными боковыми крыльями для мелких вещей, удобный и надежный механизм раскладывания. Общая длина, вот как я и сказала, 18 метров, срок годности не ограничен, нагрузку выдерживает 15 килограмм, материал профиль металл, прут металлический и износостойкое полимерное покрытие. Вес самой сушилки 2,2. 2 килограмма, получается 200 грамм. Вот она сама сушилка. В
принципе, стоит она нормально, прочно. Вещи, думаю, что выдержит точно. Поэтому присмотритесь. По-моему, это самый бюджетный ценник, который я только видела, вот который я только вам показывала на сушилку. И это новинка, их не было в светофоре. Так, идем с вами дальше. Не можем же мы пройти мимо игрушек. Набор елочных подвесок, новогодняя мишура. По 56 рублей 6 игрушек получается стоит. И здесь у нас есть в желтом цвете игрушки и в синем. Так, также здесь есть у нас гирлянда занавес. Я себе, кстати, купила такую. Заказала еще себе шторку на кухню. Вот жду, пока она придет, чтобы ее повесить и показать вам. И шторку покажу, и гирлянду занавес. Смотрите, здесь указано синий цвет. Ну-ка. Не знаю, синий цвет указано на ней. А у меня, по-моему, другой. По-моему, белый. Может быть, я что-то путаю. Ладно. Стоит она здесь 221 рубль. Получается 1,5-метровая. Обратила только что внимание. Здесь, оказывается, цвет еще можно выбрать. Мультиколор. Смотрите, это разноцветная у нас. Здесь синий цвет, и вот как будет на окошке смотреться. А у меня белый, белый теплый. Так что я даже и не думала, что на это нужно тоже обращать внимание, что они разные. Будем с вами теперь знать. Что еще есть из новогоднего? Это лампочка для вечеринок с мультисветом. 108 рублей стоит диско такая лампа. Также, конечно, светодиодная гирлянда звезды по 497 рублей. Сейчас здесь есть в продаже. Звезды крупные, 6 крупных, 6 мелких. И вот выглядит все абсолютно вот так же. Что из новогоднего еще есть? Это гирлянда нить светодиодная 453, 5-метровая. Вот в таком кабеле она идет, в толстом, в таком прочном. Маленькие, обычные, стандартные гирлянды здесь тоже есть. 10 метров, 130 рублей. 100 ламп, 8 режимов. А вот здесь вот у нас еще что-то интересное. Елочные подвесные такие таблички, украшения. Так, а сколько они стоят, интересно? Не очень понятно. Думаю, может быть, здесь есть ценник. Набор глянцевых шаров. А, наверное, получается... Подвески стоят по 56 рублей, которые сейчас мы с вами смотрели. А вот эти игрушки по 42. Тоже 6 сантиметров. 6 сантиметров они в диаметре. Мишура, конечно, тоже в ассортименте. Посмотрите, какая пушистенькая вся. Разноцветная. И стоит всего лишь 20 рублей. 9 на 200 сантиметров указано. Что касается обуви. Заметила, что здесь есть новенькая обувь. Появилась. Сапоги утепленные, также они все на меху. Смотрите, есть даже вот такие вот цветные. И есть даже вот еще вот такой расцветки. Промокать не будут, потому что все равно они внизу как галошами сделаны. Но огромный плюс, что они на меху и сбоку на липучке. Посмотрим, сколько они стоят. Сапоги Аляска, мужские и женские, на липучке. Размерный ряд с 36 по 45, 563 рубля. Это именно вот об этих сапожках и идет речь. Мужские вот подобного плана. Они черные, но я думаю, что вам видно, да, что рисунок все-таки есть. И они высокие. То есть, если вот эти ниже у нас по 455, эти прям уже высокие, повыше. В магазине повесили вот эту гирлянду звезды, поэтому есть возможность вам показать ее прям поближе. Видите, получается, маленькие звездочки, они повыше висят. И если отойдем, вот эти вот крупные, большие висят. Кстати, не нагреваются, сами по себе легкие, поэтому, думаю, не будет проблемно их куда-то повесить. На шторку или там куда еще захотите. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Все новиночки вам показала. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Всем пока.